Приветствую всех, кто зашел на мой канал и смотрит это видео. Рим уже давно готов к рождественским праздникам, и сегодня, гуляя по городу, хочется рассматривать не главные достопримечательности города, а хочется рассматривать, как украсили город к праздникам. И поэтому у нас с вами сегодня будет легкая атмосферная прогулка по Риму. Чтобы окунуться в волшебную атмосферу Рождества, мы пройдем с вами по знакомым улицам и площадям. И наше внимание будет привлекать витрины, украшенные улицы, рождественские елки. В каждом районе города и на каждой площади есть своя сверкающая рождественская красавица. В эти дни хочется мечтать и надеяться на лучшее. Ведь Рождество – это удивительное время, когда сердце наполняется ожиданиями чуда, и это чудо происходит. Пусть свет рождественской звезды осветит нашу с вами жизнь, и все наладится. Загадывайте желания в канун Рождества, верьте, надейтесь, и добрые желания обязательно сбудутся. Не хотела я ничего говорить про COVID, но ведь после просмотра видео обязательно кто-нибудь спросит, почему все в масках. С 4 декабря в Риме опять объявили об обязательном ношении маски на открытом воздухе. И особенно стоит помнить об этом в тех местах, где большое скопление народа. В рождественские праздники обещают усилить контроль, так что кто планирует поездку в Рим, будьте очень осторожны. Мы на экскурсиях по центру Рима ходим в масках. Тяжело, конечно, ходить в маске целый день, но таковы правила. Иначе могут выписать штраф. На перекрестке двух главных улиц Виа дей Кондотти и Виа дель Корсо находится дворец Фенди. Он всегда выделяется своими необычными украшениями к празднику. Посмотрите, какой он сегодня красивый. Дорогие мои друзья,
Те, кто из вас не смог приехать в Рим на эти рождественские праздники, не переживайте. Может быть, уже на следующий год вы будете гулять по этим улицам и вживую наслаждаться Римом. А пока присоединяйтесь к нашим виртуальным прогулкам. Недалеко от Испанской площади на Виа делле Кроче есть магазин Пастифичо Гуэра. Если вы хотите быстро перекусить, обед вам обойдется в 4,5 евро, то вам сюда. Вот ребята купили пасту в магазине и едят на испанской лестнице. В Риме очень похолодало, наступила настоящая зима. Утром плюс 1, плюс 2 градуса, днем плюс 12-15. А в парках Рима уже набирает цвет мимозы и вовсю цветет мушмула. Восьмого декабря в Италии отметили праздник Иммакулата – День непорочного зачатия Девы Марии. Первый день непорочного зачатия был провозглашен Папой Римским Пием IX 8 декабря 1854 года. Сейчас 8 декабря в Италии считается выходным днем. Празднование проходит на площади Испании в Риме. Статую Мадонны украшают цветами. Обычно на празднике присутствует Папа Римский и много народа. В этом году Папа Франциск приехал возложить цветы и поклониться Деве Марии очень-очень рано, когда Рим еще спал. Присутствовали только пожарные, несколько прохожих и небольшая группа фотографов. Такие меры предосторожности были приняты в борьбе с распространением вируса. Каждый год пожарные поднимаются по ступенькам лестницы на высоту 27 метров, чтобы поменять венок из цветов на руке статуи Мадонны. Рядом с базиликой Сант-Андреа делле Фрате, базиликой Святого Андрея в зарослях, каждый год ставят рождественскую ель. Если раньше с туристами я останавливалась здесь, чтобы рассказать им историю про двух архитекторов барокко, Бернини и Боромини, то сейчас, помимо интересных историй, мы успеваем еще и пофотографироваться у рождественской ели. Я шла от площади Испании в сторону фонтана Треви. И, конечно, в эти предпраздничные дни решила зайти в Риношенте на улице Тритоны.
Уже с улицы на витринах видны вертепы. В вечернее время это здание очень красиво украшено. Его невозможно пройти мимо. Кто будет в Риме в рождественские и новогодние праздники, обязательно загляните сюда. В магазине на 8 этажах представлены бренды одежды, ювелирных изделий, косметики. Сюда можно зайти на несколько часов и потеряться. Устали гулять по магазину, пора перекусить. В Риношенто есть рестораны и бары. А на верхнем этаже есть прекрасная смотровая площадка, откуда открываются прекрасные виды на Рим. Раньше я часто вам показывала эту смотровую площадку. Сейчас туда могут выйти только те, кто заказывает столик. На самом нижнем этаже в эти предпраздничные дни представлен товар, который подойдет для подарков и украшения дома. Самый красивый, помпезный и самый знаменитый фонтан Треви. Ни один турист не уезжает из Рима без фотографий у роскошного фонтана. Этот фонтан как магнит притягивает к себе людей, и на маленькой площади всегда собирается много народа. Она
Каждая улочка и каждый уголок дома украшены к праздникам. Галерея Альберто Сорди. Она находится на Виа дель Корсо напротив площади Колонны. Это один из старейших торговых центров Рима, который привлекает не только наличием брендовых магазинов, но и восхитительной архитектурой. Пусть даже здесь не так много магазинов, как в других торговых центрах, но когда идешь от фонтана Треви, можно красиво пройти через эту галерею и выйти к другим достопримечательностям Рима. Мило украшены магазинчики и подъезды домов. От такой красоты так тепло и уютно на душе, и чувствуешь себя как в сказке. Вот только палатки, в которых делают тест на COVID, и люди в масках возвращают нас в действительность. Парфюмерия Кампо Марцио. Она находится рядом с Пантеоном. Я уверена, что многие из вас улыбнулись и сказали вслух, что были уже здесь. Духи – это эмоции, воспоминания, переживания. И если вы уже устали от величия Рима, от фонтанов, дворцов, зайдите в магазин, купите духи, чтобы увести с собой воспоминания о поездке в Рим. Антика Салюмерия. Она находится на Пьяцца делла Ротонда. Здесь можно не только вкусно и быстро перекусить, но и продегустировать сыры и салями.
Рим накануне Рождества чудо как хорош. Хочется гулять по нему целый день. А как вам такое? Тренажерный зал с видом на площадь Венеция. Восьмого декабря на площади Венеция торжественно зажгли огни на елке. Рождественская елка в этом году пышная и высокая. Ее высота 23 метра, а украшает ее 800 шаров. Дорогие мои друзья, простите меня за простуженный голос. В Риме очень резко похолодало, особенно холодно утром. Я немного простыла. У меня есть несколько дней на восстановление, и опять побегу гулять по Риму. На этом я буду прощаться с вами. Желаю вам хорошего дня и отличного настроения. А я пойду заварю чай с лимоном и имбирем и буду лечиться. До новых видео, друзья мои! Поводы мало. Поехали.